Здравствуйте, товарищи! Очередной отряд полицейских утром во вторник отправился в служебную командировку. 45 офицерам предстоит нести службу на Северном Кавказе. Представители подразделений патрульно-постовой службы и участковые уполномоченные в течение полугода будут охранять общественный порядок на территории другого региона. В числе основных задач для откомандированных полицейских по-прежнему помощь местным сотрудникам органов внутренних дел и контрольно-пропускные мероприятия. Проводить полицейских командировку пришли их родные, друзья и коллеги. Командующим отрядом назначен подполковник полиции Андрей Милютин.